красноклевый ткант по имени Бонд. Он в нашем зоопарке живет с 2010 года. Рожден он в 2009, то есть птица достаточно молодая. Возможно, за счет этого он очень контактный, он любит общаться с человеком, он не боится человека, легко поддается каким-то исполнению простейших трюков, так сказать. И вот он мячик. Давай, не бойся. Давай. Молодец. Хорошо, умничка. Слезай. Можно сразу же заметить, что у тукана очень большой клюв. Это как бы первая деталь, которая бросается в глаза. Это не просто так. Клюв может показаться очень массивным и тяжелым. На самом деле он легкий и птице не мешает. Это достигается за счет того, что внутри есть воздушные полости. Клюв не бесполезен. С его помощью птица регулирует температуру своего тела. То есть, когда слишком жарко, лишнее тепло выходит в клюв, и таким образом тукан охлаждается. Вторая функция этого клюва – это маскировка. В тропических лесах как бы яркий клюв тукана легко принять за цветок или плод. Потому что как бы остальное тело птицы, оно так скромно окрашено, и первое, что бросается в глаза, опять же, клюв. Вот, соответственно, это служит такой маскировкой. Туканы питаются в основном плодами и фруктами. В неволе они очень неприхотливы. Соответственно, в зоопарке, да, они получают плоды, фрукты, овощи, также охотно едят фарш и мелких насекомых. Бонд, ко мне! Ко мне! Дай! Дай мяч! Давай! Ну, давай! Молодец! Умница! Хорошо!